едем на седьмом автобусе от Трансмаша за Родом до улицы Симонова. Заезд 60 копеек, но если берешь у водителя, то 65. Вот такой билетик. Даже лучше без комнаты.
предупреждайте водителя во время остановки автобуса.
Уважаемые пассажиры, автобус работает без кондуктора. Билеты приобретайте у водителя во время остановки.
через бескондукт. Билеты приобретайте у водителя во время остановки автобуса.
это был маршрут номер 7 от завода Трансмаш до улицы Симонова. Хорошее объявление из кондуктора. Спасибо, кто был со мной. Подписывайтесь, кому интересно. И до новых встреч.